Всем привет, дорогие зрители. Приехал я в район Оба. Здесь продается пятикомнатная квартира 4 плюс 1. В той части у нас будет установлен торговый центр в будущем. Двухуровневая квартира. Проект был сдан 13 или 14 лет тому назад. Крыша у нас из черепицы. Здесь есть теплые полы, 4 плюс 1, пятикомнатная. Расстояние до моря максимум 830 метров до воды. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Также больница в той части, сейчас, секунду. Вот там у нас магазин стройматериалов Кочтаж. Вот это коричневое, то, что вы видите, государственная больница, именно Аладдина Кейкубата. Тут была открытая терраса, хозяин ее закрыл. Вот, вид на горы. Тут у нас большая кладовка, огромная, до конца она идет, можете из нее сделать другую какую-нибудь комнату. Также можете поставить кондиционер. Наша первая спальня. Он оставляет несколько из своих вещей. Если хотите, чтобы все оставил, там обсудите за столом. Познакомлюсь с хозяином квартиры. Эта спальня у нас 16 квадратных метров. Тут прихожая второго этажа. По всей квартире теплые полы. Первый санузел верхнего этажа. Здесь у нас бытовая техника. Стиральная машинка фирмы Electrolux, ванна. Дорогие зрители, по очень хорошей цене продает. Цену я оглашу в конце. Форточка открывается вверх. Также здесь форточку не забыли. Вторая спальня. Он сделал как гостевую комнату. Сторона здесь восточная, также западная, также южная и северная. Все стороны видят. Видите, теплый парил. Третья комната. Тут тоже я отдельная часть для гардероба наставил. Здесь как минимум 17-18 квадратных метров. Комната большая. Косые потолки на верхнем этаже. Я сейчас внутри, кондиционера нету, открыты окна, прохладно. Спускаемся вниз. Тут мраморные лесенки. Так, мраморные лесенки. Гостиная комната. Здесь что хорошо, отдельная кухня, дорогие жители. Большая гостиная. Также есть прихожая. Теплые полы, еще раз покажу. Отдельная кухня. Вот, требуется ремонт. Можете сделать из квартирки конфетку. Тут балкончик он закрыл. Сделал как бы отдельную столовую часть. Угу. Грунди, посудомойка. И здесь еще встроенный шкаф. Хозяйская спальня нижнего этажа. Здесь 20 квадратных метров. Вот, огромная. Санузел. Итак, выхожу я на балкон. Так, вид на горы. Тут впереди заправка. Вид у вас не закроется. Рядом также люксовые проекты.
огромный балкон. Здесь также есть место. Можете как-то использовать правильно. У нас внизу беседка, бассейна тут нету. Есть один лифт. Огромный балкон. Вообще. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 145 тысяч евро. Торга нету. Срочная продажа. 145. 4 плюс 1. В районе Оба. До моря 830 метров. Стороны хорошие, с теплыми полами. Сюда, если вы потратите 7 тысяч евро, можете сделать конфетку из этой квартиры. Звоните, пишите. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агаси из Солнечной Лани, район Оба-Гёль. Ролик не закрываем. Я спускаюсь, показываю территорию. Дорогие зрители, лифт. На этаже 3 квартиры. Есть пандус. Так, это место для отдыха. Фасад здания. Помидор еще не спелый. Всем пока-пока, дорогие зрители.